49-летний житель Пензы выращивал коноплю, что называется, в идеальных домашних условиях. В одной из комнат своей квартиры он оборудовал сразу два гроу-бокса. Так на языке современных садоводов-огородников называется специальный короб, оснащенный светом и системой вентиляции. Это позволяет поддерживать оптимальный микроклимат для ускоренного созревания. Кроме того, сотрудники полиции провели обыск во второй квартире, принадлежащей подозреваемому, где было обнаружено и изъято 11 кустов наркосодержащих растений конопля. Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что наркотические растения он выращивал в своих квартирах, чтобы в дальнейшем употребить их. А откуда они у вас? Я их выращиваю. А давно вы их выращиваете? Всю жизнь. С 16 лет. Зачем этого делаете? Чтобы не пить воду. Как признался житель Пензы, до задержания он употреблял запрещенные вещества ежедневно на протяжении 3 лет. И теперь на такой же срок может лишиться свободы за незаконное хранение и производство наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.